Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Ну, Вито, быстрее, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ладно, Скалетто, стреляй! Allora, traditori! Надо зачистить балконы, ну, парни! Прости! Отступаю! Двинули! Домой! Капрал, он говорит, сюда идут еще войска. Чудесно. Так, вы с Вильямсом снимите пулеметчика, потом ищите пленных. Каждый человек на счету. Так не пройти. Ну, похоже, мы нашли пулемет. Берегись! Давай гранату в окно! Эй, Скалетто!
там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли! Бери столько патронов, сколько унесешь. Вдруг больше не будет! Ничего себе! Видно наверху. Зачистить второй этаж. Скалета, идет. Учить это я прямо сзади! За тобой. Есть. Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Уговорил, поганец. Копрую. Черт, не выберет с балкона. Давай обратно внутрь. Твою мать! Скалета внутрь! Мы ж тут сдохнем! Аутримаксисты! Ривну аутримаксисты! Удар на полси! Прибить тот кузовик! Выбить тот грузовик! Давайте гранату! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. Тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал.